Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Жород и Гордей. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас космос, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня мы хотели смотреть пак ракет, но мы хотели их не просто посмотреть, а еще будем запускать аниматроников в космос. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Серега, давай начнем с самого, получается, какого? Самого вот крайнего, с этой вот. И будем левее перемещаться. Они, наверное, две одинаковые, да? Но эффекты разные. Вижу, что немножко они одинаковые. Мы берем, ставим стул. Показываю все, как это делается на глазах. Берем веревку. Не, Серега, надо ниже веревку цеплять немножко. Вот тут, прямо тут вот, да. Во. Желательно сделать веревку на 200 длину. И предел силы, ну, там пару ноликов лупануть. Мы берем аниматроника. Берем, давай начнем с маленьких. Давай. Так, подожди, а маленькие у нас есть? Сейчас, подождите. Должны быть. Ну, он, конечно, не маленький. Ну, давайте его запустим, раз я уже его взял. Что, запускаем? Давай, я его ногой уже шатаю, чтобы ты быстрее запускал. Один. Мы не проверяли все паки, некоторые, может, аниматроники не будут летать. Воу! Ребята, знаете, что нам кажется? Аниматроник просто очень тяжелый, веревка порвалась. Давай, мы увеличили на 10 тысяч тонн. Теперь должно выдержать, да, этого кабана? Должно, садись. Так, все. 3, 2, 1. Лети. Воу, нифига себе, я прям реально в космосе лечу, прям дрожит вся камера. Нифига себе мне кидает, давайте посмотрим, туда же приземлюсь или в воду? Чё, Димас, тебе? Садись. Так, вот давай. Еще одна ракета. Знаешь, что я хочу? Я хочу, чтобы мы постоянно разных запускали. Может, какие-то давай. Есть реально тяжелые. Придется две ракеты лупашить. Я сел. Ну, конечно, встал. Не тянет, не тянет. Тянет. Блин, о, нормально. Нифига себе, я, кстати, я стул вижу, а аниматроника своего нет. Ладно, я вылезу, потому что мне реально стошнит. Серега, то ты там в космосе летаешь? Да, я тоже это. Я ж 4 стула присоединил, чтобы все сели. Красавчикс. Так, кто у нас тут еще есть? Все-таки эти не очень тяжелые. Я падаю, ловите. О, Серега, давай возьмем тяжелого аниматроника. У нас есть тут большие. А кто у нас большой? Вот. Большой? Нет, вот большая. Большая. Ничего себе. Давай ракету я сейчас поставлю. Знаешь какую? Давай. Кстати, так это очень... А мы ее только что запускали или нет? Да, только что. Я просто проверял, запомнил ли, видишь, ты запомнил. Это маленькая ракета, она всех не утянет. Ну давайте попробуем, может что-то получится. Так, я ставлю стул. Давай. Я уже на него встаю. Так, есть, готово. Нифига себе она мочит. Я лечу. О, вот эту ракету. Это знаешь что? Это ракета-носитель. Да. Есть у нас еще. А кто у нас может быть тяжелый максимально такой? О, во, может проволочный? Ого, его больше вроде сделали, уже меньше был. Ой, ракета чуть падает, пацаны. Так, готовы все? Да. О, я слез. Конечно. О, я сел. Все сели? Да, давай, да, Гордей, да. Садись. Садись, садись. Он боится, думает, ну нафиг вот сюда. Да не бойся, нажимай. Да ладно, нажимай, Серега, и садись. Ладно, 3, 2, 1. Сели. Воу, четко. Она, кстати, очень мощная, да? Да. Пацаны, нормально летим? Офигеть, вот это нас колбасит. Нас разбросало. Я пробовал конверт лечу. Мы падаем. У меня, знаешь, как жопа, как парашют раскрылась. Так, что у нас тут еще есть? У нас есть вот такие вот еще... А, подожди, ты, во! Че, там уже ставили, не? Подожди, они между собой отличаются или нет? Ой, ой, сейчас та упадет. Полетела, полетела. Красиво пошла. А, я, кажется, понял, чем они отличаются. Чем? Одна это... эффектом дыма, другая без эффекта. Так, Серега, теперь мы переходим HB Bombs. Тут есть наши любимые ракеты. Ты меня или проволоку? Интересно, а можно аниматроника прицепить? А ну дай слезу. Попробуй ко мне прицепить. Ой, нет, ой, не ракета, могу. Ракета, прощай. Со стульями нашими улетела. Можно не вернуться?
Нет. Нифига. Ого, так долго? Ничего себе жахнуло. Так это далеко от нас. Это реально мощная ракета. Да. Еще разок. Дубль 2. Давай по новой, Миша. Да, Миша, все фигня. Ребята, настроение у нас, как всегда, классно. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Че, все? Все? Не все. Садитесь. А че не могу сесть? А, пингвин занял. Есть такая буква. Так, сейчас следующий полет я сделаю от первого лица, а то как-то колбасит. Че да такая так тоже, мощная? В принципе, колбасит. Вверх пос... О, я вижу аниматроник. От первого лица тоже колбасит, да? Да. Ого, я горю. Че это творится? Это, я, знаешь, это... похоже на метеорит был горячий. Так, надо выравнивать полет. Полет нормальный. Мэйдэй, мэйдэй, я падаю. Подожди, мэйдэй, а что будет, если я упаду на край карты? Что там будет? Так, летим. Там летим. Космос будет. О, так мы подали... я на планету свою не попаду, видимо. Или... А, я в космосе, Димас, короче. Я левитирую. Понял, я лечу на нашу любимую планету. Так, там есть ракета, которая более слабее. Мне кажется, она нас не потянет уже. Так, как-то странно, я очень летаю. Но он послабее будет, он нас, наверное, не потянет, Серега. Посмотрим. Сейчас будем пробовать, да? Карта очень классная. Так, вода светится красным. Откуда здесь красная? Ну ладно. Эй, чилипиздрик, ты что тут делаешь? Так, не мешаем Сереге. Я сажусь. Место занято. Садитесь. Так, Серега, не запускай. Я хочу сделать от первого лица. Посмотреть, что же будет. Серега, я готов. Как-то странно теперь у меня вид поменялся. Но зато лучше видно все. Все сидят. Вот этот ракетоноситель, скорее всего, нас не потянет четверых. Но есть сейчас такой шанс, что потянет. Я его выравниваю, чтобы он это не упал. Центр тяжести плохой. Как оно лететь будет? Оно уже шатается. Ого, оно колбасит. Мы летим? Летим. Да, мы летим, и мы вдруг в друге, Димас. Офигеть. Ничего. Как это качели у нас. Мы сейчас, Серега, будем Фредди запускать в космос. Несколько, да? Ну да, тут пару штук. Сейчас веревку возьму. Ракета-носитель готова, Димас. Главное не промахнуться. Офигеть, что мы тут сейчас, ребята, сделаем. Тут уже другой вопрос, потянет ли ракета столько? Все. И к ракете. Вот этого главного. Все, Серега, давай. Посмотрим, что получится с этого. Пишите в комментариях, потянет, не потянет? Угу! А чё так быстро? А! Давай, Серега, сейчас, надеюсь, получится. Офигеть, такого мы еще никогда не делали. Я такого еще не видел. А чё они расцепляются между собой? Мужики, вы чё? Все, последний запуск, Серега, делаем. Два ракету медленно, это какая-то быстрая очень. Хорошо. Какая-то... Давай вот эту вот, сейчас я поставлю ракету, есть у меня на примете. Во. Все. 3, 2, 1. Погнали. Фредди в космосе. Вон, она так медленно летит. Ну тянет, тянет их. Получилось. Во, я полечу в космос на это посмотреть. Офигеть. Это очень классно. Kerbal Space Program отдыхает, да, Серега? Да. И что, они там соединенные летят? И я даже знал, что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все. Пока.